Максим Бревда, підприємець, спортсмен, керівник спортивного клубу вже у нашій студії, і він же сьогодні виступає в ролі співорганізатора молодіжного фестивалю. Доброго вам ранку. Сподіваємося на вашу посмішку, на ваше активне ставлення до життя і на ваше натхнення, яке ви будете зараз заражати не тільки наших глядачів, а особливо молодіжну аудиторію. Тому що ви прийшли розповісти про молодіжний фестиваль, про сім історій успіху, які будете представляти і своєю особою в тому числі. Да, вже в середу у нас проходить цей форум, на 7 спікерів. Из разных отраслей, то есть там и профессиональный спорт, там олимпийский, и спорт, и бизнес, средний, большой. Вот. И надеемся, что в среду будет очень немало молодежи. Ориентировано все мероприятие в основном на старшеклассников и на студентов. Что это за форум? Расскажите, пожалуйста. То есть, в первую очередь, начнется там в час дня презентация и как ярмарка предприятий, на которые будут выстроены много разных компаний, которые будут презентовать себя молодежи, которая может посмотреть, какие у нас в городе есть большие предприятия, в какой сфере, какие есть вообще возможности работы, вакансии. Возможно, они в будущем захотят там пройти практику. Возможно, они подадут заявки туда на будущем на работу. То есть специально сделали такой форум, чтобы компании себя презентовали, а молодежь уже понимала, ориентировалась, какие есть вообще виды направлений. И с разных направлений взяли спикеров, потом в 2 часа стартует уже форум, в 2 часа мы открываем, и будет где-то до 4:30, наверное, форум идти. 7 спикеров по 20 минут расскажут коротко о своем жизненном пути и дадут молодежи такой заряд энергии, мотивации, советы из жизни именно, то, что им, возможно, поможет и быстрее подтолкнет каким-то действием выбрать, может быть, свою профессию. Может быть, где-то они сейчас еще находятся в каком-то таком состоянии, что они не знают, чем бы хотели заниматься, уезжать, не уезжать, а стоит ли в Николаеве, можно ли, а получится ли. Они много еще такой неопределенности, неуверенности. И наша задача как бы на своих примерах немножко их простимулировать, ну и как бы рассказать о жизненном каком-то уроке и о том, чтобы они сами ускорили свой этот весь процесс, который они в том будущем поможет им определиться вообще со своей жизнью. Вот, потому что в нашем возрасте таких форумов, к сожалению, не было у нас. Не было еще в то время это мотивации, людей, которые уже что-то там достигли, добились. Возможно, если бы были такие мероприятия для молодежи, то мы бы в своем возрасте тоже, раньше пришли к тем моментам, к которым мы все равно пришли, но немножко, может быть, быстрее бы нас подтолкнули, скажем так. Цей шлях був складніший. Ми продовжимо розповідь із нашим гостем, підприємцем, спортсменом, дуже активною молодою людиною, яка вже готова поділитися своїм неабияким досвідом життєвого успіху. І це випадає така нагода чудова завтра на молодіжному фестивалі, який відбудеться саме у нашому місті, саме в Миколаєві. Отже, Миколаїв буде осередком творчої молоді, натхнення, прагнення до активного способу життя. І до цього доклали руку ви, Максиме. Чому ви вирішили взяти участь у такому заході і організувати, очолити, власне, його? На самом деле була ситуація следующим образом, що я був в Києві кілька разів на не подобных форумах, но что-то похожее, только там это шло как с обучением и более длинным таймингом для уже там бизнесменов, предпринимателей, делали такие форумы такого, скажем, большого уровня, масштаба. И у меня была где-то еще год назад там идея сделать что-то подобное, только для молодежи, пилотный такой проект, где мы промотивировали бы их. Вот. И после того, получается, как в областном центре занятости меня пригласили перед молодыми ребятами там выступить, там было 2 спикера, это буквально было там 40 минут формат, вот, на там человек 50-60, вот, и после этого выступления мы поговорили с начальником областного центра занятости, Оборонько, и переговорили, я сказал, что вот есть такая идея, и он тоже говорит, давай, если есть какие-то идеи, давай что-то реализуем, миру есть идея сделать что-то более масштабное, и как-то вот переговорили совместно, родилась такая идея, в течение месяца организовать большой уже форум. Яка программа цього фестивалю?
Ну, в час дня стартует ярмарка предприятий, потом стартует 2 часа открытия форума, и с 2 до 5 будет форум, 7 спикеров с каждым таймингом, получается, один за одним, и у каждого вообще будет... Мы зараз на екрані бачимо тих людей, які будуть виступати завтра. Да, это в основном, ну, Вячеслав Сімченко, Дмитрий Фалько из, скажем, крупных предприятий, вот, Роман Стефанчишин тоже будет. Вот, будет два олимпийских чемпиона. Максим там и тут показывает. Так. Да, Максим Яровой, который тоже, я думаю, чемпион нас олимпийский. Очень простимулирует ребят. Вот. Абраменко будет, Александр. Ну, то есть, скажем, те молодые ребята, которые уже на сегодняшний день добились немалых результатов здесь, на своей земле, никуда не уезжая. Вот, развиваются многие здесь, стараются что-то... Вот, добиться, і в них це, в принципі, виходить. Для тих, хто не зможе потрапити на форум, буде організована пряма трансляція у навчальних закладах. У більшості, так, навчальних закладів? Так, да, ми робимо онлайн-трансляцію. Буквально сьогодні к обіду вже буде у нас ссылка, вона буде уходити в новості. І акцент на неї в основному йде обласний центр зайнятості, должен скинути на вузи і школи, у которых есть возможность подключиться там к интернету, есть экраны, вот, то в области еще в больших этих школах и университетах будет тоже идти прямая трансляция. Ну, а все, кто захочет долучитися, не подивитися, а взяти участь у форуме, как зареєструватися и как опинитися на нем? Ну, форум, получается, идет совершенно бесплатно, без продажи билетов. У нас будет буквально там два ряда гостей. Все остальные билеты реализовываются через вузы. То есть там на афише есть телефон, это областного центра занятости. Первое, можно позвонить по этому номеру телефона. Второе, можно обратиться в университет или в школу к своим кураторам. И третье, можно заполнить, есть в онлайне онлайн-регистрация, форма Google. Вот, в Фейсбуке ее скидывали, на всех новостных статьях она есть. Можно зарегистрироваться через нее. И либо же просто по афише набрать по номеру телефона. Либо же уже, если и так все пропустил, приехать просто по месту, найти там, люди, которые отвечают за рассадку. Я думаю, что найдется место в процессе уже посадки. Вот. То есть, в принципе, я думаю, кто захочет, то попадет туда без проблем. Отже, збудувати своє життя можна власноруч і доволі успішно, але вам в цьому допоможуть історії успіху від учасників і спікерів форуму, про який нам щойно розповів наш гість Максим Бревда. Я дякую вам, бажаю вам Спасибо. Доброго ранку, натхнення і нових прекрасних ідей, які будуть втілюватися із життя. І у вас буде чудова молода команда, Спасибо. Яку ви вирощуєте самі. Дякую Спасибо. Вам.